Да. Всем здравствуйте. Меня зовут Евгения Чиж. Я сетевик с Божьей помощью. В интернете я зарабатываю с 2010 года. Сетевиком я стала в 2018. И за это время приобрела очень быстро, каким-то образом, огромный опыт и общение с людьми, и работа в матричных проектах, и в проектах, связанных с инвестицией, и криптовалютой, и хайпы, и, в общем, чего только не было в моей сетевой жизни. Было много чего. Сейчас я развиваюсь, работаю и зажигаю в компании 5 Billion Sales. Это моя любимая компания, у меня на нее положены все мои надежды. Я надеюсь, что точно так же происходит и у вас. Есть одно такое крылатое выражение, это выражение моего любимого, я даже не знаю, как его назвать, это человек действительно известен абсолютно всем. С него началась вообще моя перепрошивка сознания, моя перепрошивка видения моей жизни, моего мозга, я бы сказала. С него, с этого человека началась Женя Чиж, и зовут его Джон Кехо, и он написал не один мировой бестселлер, один из его мировых бестселлеров — это «Подсознание может все». И вот там есть такая крылатая фраза, может, не в этой книге, может, другой, но точно есть: «Достигнув успеха, вы поможете многим. Проиграв или сдавшись, вы не поможете никому. Не будьте эгоистами». И сегодня, в этот замечательный вечер понедельника, накануне старта, до которого осталось совсем немного времени, я представлю вам компанию, расскажу вам о вашем потенциале, о том, что вы здесь можете достигнуть, что вы здесь можете добиться, что вы можете здесь получить, если потратите некоторое время своей жизни на изучение этого маркетинга и на непосредственно соединение себя с этой компанией. Речь пойдет о 5 Billion Sales. Это компания из Великобритании. Это действительно очень серьезная компания. За ней стоят серьезные люди. И у нас будут покупать наши данные. Если вы спросите, за что нам будет платить компания, компания будет платить нам за наши данные. Абсолютно бесплатное участие в этой компании, то есть сколько раз меня спрашивают, там на сайте написано, что это стоит $199. Уже забудьте об этом, так как раньше эта комиссия была как бы назначена, но после голосования, которое сделала компания, это отменили, комиссию полностью отменили, и участие в 5 Billion Sales в именно непосредственно в sell data, то есть продажа наших данных, абсолютно бесплатно. Участвовать после запуска и непосредственно сейчас до запуска регистрироваться могут от 18 лет совершеннолетние партнеры. После того, как общий запуск пройдет, компания объявит возможность также подключения 14-летних партнеров, которые также по маркетингу смогут получать свои пользовательские бонусы, но они не смогут, но они не смогут строить структуру до 18-летия. Итак, давайте я открою экран, и мы с вами будем одновременно делать навигацию и знакомство с компанией. Может быть, здесь еще находятся люди, которые не совсем знакомы с компанией, и я постараюсь в очень сжатом варианте рассказать вам, как и что здесь находится, и как здесь все происходит. Итак, самое первое. Когда мы регистрируемся, нам нужно обязательно проверить правильность логина нашего пригласителя, чтобы попасть именно к нему и работать непосредственно с ним. Это ваша ответственность как спонсора, если вы приглашаете, и партнера, если вы регистрируетесь под своего знакомого. Регистрация достаточно простая. Регистрация достаточно простая, она не займет у вас много времени, и я хочу сказать, что регистрация должна проходить, данные должны быть указаны реальные, так как компания официальная, выплачивать нам будут настоящие деньги, и за это компания просит от нас настоящие данные.
вас встретит код из 6 цифр, который вы должны будете обязательно сохранить, записать не менее чем на 2-3 носителей, так как с помощью этого кода впоследствии вы будете, если утеряете доступ, восстанавливать кабинет и также будете выводить ваши заработанные средства. Это важно. Теперь непосредственно вы видите саму страницу 5 Billion Sales. Здесь все очень просто устроено, сайт проработан очень тщательно, обновления происходят регулярно. И самое главное условие и требование компании – это подключиться к официальному телеграм-каналу компании, там, где уже более 140 тысяч людей со всего мира, которые ожидают запуск. Также здесь у нас вы можете найти разные языки. Если ваш партнер является партнером, который говорит не на вашем языке, он может прочитать сайт и изучить его самостоятельно на своем языке, что является очень удобным подспорьем в работе именно в этой компании. Далее, также требования компании и огромная просьба компании, кроме подключения к официальному телеграм-каналу, это обязательное еженедельное нахождение на сайте. Вы заходите хотя бы раз в неделю на сайт, читаете новости, производите какую-то минимальную активность. Это обязательно. Все остальное уже на ваше усмотрение. И сейчас я вам кратко объясню, что это за данные, почему за них будут платить. И далее мы приступим к маркетингу. Что такое данные? Данные – это самый ценный ресурс на планете. Хотите верьте, хотите нет, это не золото, это не нефть, это не газ, это наши данные, так как сейчас люди, которые обладают точными данными, они могут зарабатывать миллионы, особенно если эти данные находятся в руках у людей, которые связаны с рекламой, и эти люди маркетологи. Как все происходит? Все очень быстро. Когда вы производили регистрацию в любых социальных сетях, будь то приложение, будь то любой сайт, вы просто-напросто даете разрешение к бесплатному использованию своих данных. Ваши фото, ваши видео, ваши интересы вы даете бесплатно, и социальная сеть получает эти данные и использует их по своей целенаправленности. То есть ваши данные продаются дальше, продаются они рекламодателям, рекламодатели производят анализ на основе этих данных и делают торговые предложения вам же, на которые вы же реагируете, совершаете покупки. Таким образом, социальные сети получают оплату от этих компаний, а компании получают оплату от вас. Идет такой, знаете, как симбиоз, но в этом симбиозе получают деньги все, кроме вас. Поэтому 5 Billion Sales сейчас делает настоящую революцию, и мы получаем положенный нам кусок пирога с вишенкой, со сливками, со стразинками, бусинками, еще и с фейерверком, дорогие мои. Действительно, так и есть. Мы получим то, что нам по праву причитается. Возьми свое. Теперь далее о маркетинге. Первое, что я хочу сказать, что вы можете изучить самостоятельно сайт. Абсолютно все зеленые надписи здесь кликабельны. И вы можете понажимать, подтыкаться, да, тут по сайту походить и уделить этому достаточно внимания. Самый главный, скажем так, который здесь находится, момент — карта сайта. Здесь очень скрупулезно прописано абсолютно все, о чем вы могли бы спросить. Криптовалюты, в которых будут платить, как вам активировать рефералов, как изменить язык сайта, получите ли вы за $100 за каждого партнера, когда вы можете приглашать, платят ли вам за клики, все что угодно. Тут даже есть такой щекотливый вопрос, можно ли сделать мультиаккаунты. Здесь они называются зомби-аккаунты. Так вот, нельзя. За это вас заблокируют. У нас сейчас обязательное требование регистрация партнера. Не сейчас, а вообще это навсегда. Так как мы продаем свои данные, то регистрация у нас должна происходить с нашего устройства. Это может быть мобильный телефон, это может быть компьютер, это может быть ноутбук. И данные получаются вот каким образом. Мы установим расширение на свое устройство. И это расширение будет считывать наши заходы на сайты.
компания и расширение не будут иметь доступа к нашим сайтам, кабинетам, платежным реквизитам, к личной информации, к переписке, абсолютно ни к чему. Это некий счетчик, который считывает ваши интересы. Зашли вы на сайт, который занимается рекламой, расширение это считало, и как бы это ваши данные. Зашли вы, интересуетесь, например, куда ребенка отдать на секцию в своем городе, расширение также это считало, и так далее. То есть это расширение, это не, оно совершенно безопасно. Задают вопросы, не будет ли такого, что кто-то возьмет кредит на меня или использует как-то против меня мои данные. Нет, тут такого не будет абсолютно. Даже несмотря на то, что здесь для верификации, для получения своих выплат и комиссионных, мы проходим верификацию, предоставляем свои документы. Это очень серьезная компания, и эти данные нужны компании только для того, чтобы мы доказали свою личность и свою реальность. Партнерская домашняя страница – это самая главная страница, но изучить карту сайта вы должны самостоятельно. Я не буду этого делать, так как это займет огромное количество времени. Далее, про расширение я вам рассказала, давайте теперь поговорим непосредственно о маркетинге и затронем сначала тему, если вы совершенно не умеете приглашать, либо не хотите, не можете, хотите просто попробовать там или посмотреть, что будет дальше, или вы просто еще пока не в силах делать приглашение, еще вы пока не научились. У нас будут обучения по приглашению, ну, это кропотливая работа, это все приготовить, поэтому просто наберитесь терпения, и сейчас вам нужно обязательно познакомиться непосредственно с самим сайтом, правильно выучить маркетинг и правильно доносить его людям, которые могут вас об этом спросить. Итак, нам платят $401.50 за то, что мы предоставляем расширению возможность считывать наши интересы. Нам платят за наши интересы. $401.50 – это как бы наш пользовательский бонус за то, что мы разрешаем компании получать эти данные. Если вы никого не пригласили, абсолютно ни одного человека, вы все равно получите эти деньги. И ваш спонсор, который пригласил вас, все равно получит за вас $100 комиссионных. И если вы будете выполнять условия компании и будете заходить также ежедневно на сайт, то вы получите еще такой EV-бонус, это 50 центов ежедневно. И этот бонус у нас будет дополнительно присоединяться к этим деньгам. Само начисление происходит только по факту подключения к только по факту сбора наших данных. То есть, если у нас установлено расширение на браузер, и мы занимаемся своей самой обычной интернет-жизнью, то есть ходим по сайтам, чем-то интересуемся, может, работаем, и тут у нас подсоединился также другой партнер. Сначала нам платят $10 за то, что мы свои данные предоставляем. Если мы также каждый день заходим на сайт, нам добавляют еще 50 центов. То есть $60 при условии ежедневного посещения сайта мы будем ежедневно получать. Но вывести эти деньги уже мы сможем через месяц. То есть здесь нету ни еженедельного, ни ежедневного вывода. Корпорация достаточно, компания, прошу прощения, достаточно большая, и заниматься мелочами никто не будет, поэтому у нас будет вывод ежемесячный. От какой именно суммы, я думаю, мы узнаем позже, это уже все будет после запуска, но я не думаю, что эта сумма будет слишком большой и заоблачной, так как компания, в принципе, она понимает, что сейчас нужно привлекать людей, особенно тех, которые строят. Итак, вы на пассиве. Если мы возьмем, что вы никого не пригласили, но заходите хотя бы один раз в неделю на сайт читать новости, то вы получаете $10 ежедневно, это $33 ежемесячно. Если вы никого не пригласили, но вы выполняете условия компании и, кроме этого, заходите ежедневно на сайт и читаете новости, производите активность, то вы получаете $60, и это $48. Ежемесячно без приглашений. То есть, иными словами, даже если вы еще не умеете приглашать, у вас будет возможность научиться, но если вы еще не умеете, то вы получите ваши деньги.
Но давайте поговорим также о том, что же ждет партнеров, которые работают активно, которые приглашают активно, и люди с активной жизненной позицией, какой у них потенциал в этой компании. Давайте откроем. Ох, чуть не уронила. Как вкусно. Так, давайте откроем нашу табличку. Вот такая у нас табличка, кстати, вот здесь вот в этой вкладке, нижняя линия, вы можете найти всех партнеров, которые зарегистрированы по вашей реферальной ссылке. Вы можете просмотреть отдельно как ваших активных партнеров, так и ваших неактивных партнеров. Что важно? Важно, что нет там прям сильно особых разделений, кроме того, что если партнер никого не приглашает, он просто не строит вам сеть, он не помогает вам дальше. То есть вы одинаково получите как за активного, так и не за активного партнера. Активным партнером считается партнер, который пригласил хотя бы одного партнера. Итак, наша табличка. Как же мы считаем, как мы смотрим вообще, как все происходит? У нас есть такая некая табличка переопределения. Я пока о ней не могу вам конкретно точно сказать, так как еще не знаю, это мы узнаем после запуска. Но здесь мы уже видим, что вот у нас наша первая линия. Мы получим по $100 за каждого партнера, который присоединится и станет пользователем, пройдет верификацию и будет продавать данные на 5 Billion Sales. Первая линия у нас не ограничена. Вы можете пригласить и 500, и 50 тысяч человек, и за каждого вы получите эти деньги. Вы получите за каждого, кого вы пригласите, опять-таки при условии, что человек подключен к Sell Data, до этого пройдя успешную верификацию. И дальше мы смотрим нашу табличку. Здесь у нас видно, сколько у нас активных, сколько человек всего у нас зашли по нашей реферальной ссылочке, сколько у нас активных людей, то есть это люди, которые помогают вам строить эту структуру и развивать компанию, видите? И также неактивные партнеры, это партнеры, которые, может быть, просто зарегистрировались, ничего больше не делают, а может, они не умеют приглашать. Таких партнеров, видите, достаточно немало. И как же мы считаем наши комиссионные, как мы считаем вообще, сколько мы будем зарабатывать? Достаточно просто. Если мы возьмем, что вот у нас 408 человек, все они, допустим, пройдут верификацию, все они подключатся к Sell Data, все они будут продавать свои данные, тогда мы умножаем это на $100, так? И также у нас, кроме того, что мы получаем $100, у нас также идет великолепная магия чисел $5. Это значит, что со второго уровня и на глубину до 16 мы получаем по $5 за наших партнеров. Это тоже, ну, это магия, это действительно волшебно и невероятно. Вы никогда не узнаете, что это за люди, но вы будете причастны частичка к тому, что они зарабатывают, вы сделаете благо, да, вы будете достигать свой успех, эти люди будут достигать свой успех, это все будет, вау, расти, как снежный ком, и действительно все будет очень здорово. То же самое, мы суммируем, сколько же у нас партнеров, да, умножаем на $5, и приплюсовали нашу первую линию, добавили наш заработок, да, там 401.50, то есть там или больше, если мы каждый день заходим на сайт, и всю эту сумму ровно мы делим на 12 месяцев. Такова будет наша ежемесячная выплата, при условии, что никто из партнеров не отключится от расширения и будет продолжать зарабатывать деньги. Самая важная вкладочка – это вот список запуска. Давайте мы на нее нажмем. Вот, кстати, сам счетчик, обратный счетчик запуска, 15 дней. Ребята, это очень-очень мало, они очень быстро пролетят, поэтому мои рекомендации вам скорее расширять свою структуру и приглашать партнеров, приглашать их на Zoom, чтобы они могли узнать все от меня, которое, как говорится, за карманом, вернее, за словом в карман не полезет. Что же у нас здесь? Здесь у нас все обновления, которые у нас уже были на сайте, и также здесь будут появляться обновления в будущем. Если вы видите, что здесь что-то зачеркнуто, значит, это не актуально, соответственно. Здесь тоже вам все нужно изучить. То есть вот последний совет вот у нас был. У нас набирали людей для того, чтобы они могли помогать.
И многие из нас подали заявки, там нужно было знать 4 языка для того, чтобы как бы со службы, как бы быть частью службы поддержки. Я тоже подавала заявку, думаю, что многие из вас тоже подавали, и мы принесем также еще больше пользы нашей компании, людям, которые будут работать с нами, люди, которым мы будем помогать, и это не бесплатно, люди, которые выберут, они будут получать за это также заработок, да, то есть, ну, это не бесплатное. Все у нас обновления появляются в этой вкладочке, вы можете самостоятельно здесь изучить, здесь также даны рекомендации по верификации. И дальше мы поговорим с вами о верификации, что же это такое, да, что же это такое, с чем это едят, будет ли это сложно. Нет, это не будет совершенно никак сложно. Не усложняйте, пожалуйста, это очень легкая и простая процедура. Это мировая практика, и это абсолютно нормально. Здесь нет у компании цели собрать ваши данные. Поверьте, это можно сделать гораздо проще, гораздо быстрее и без таких методов создания такого дорогого, тщательного сайта. Итак, вот где у нас находится, вот видите, аватар, здесь у нас появятся также дополнительные опции, а именно возможность пройти KYC, КУС или КИС, кто как любит называть, как бы это ни называлось, это одним словом верификация. И верификация это будет подключение наших документов. Знай своего клиента, вот как переводится эта аббревиатура, и вы будете предоставлять ваши документы. Если у вас есть паспорт страны внутренний и в нем есть прописка, это все, что вам понадобится. Там нужно будет сделать фото паспорта, селфи вас с паспортом и пропиской, то же самое, фото прописки. Если это единый паспорт, вообще никаких у вас проблем не возникнет. То есть цель доказать, показать, что вы реальный человек и доказать, что это действительно так, что у вас есть место проживания, есть документы. Если же у вас нет прописки, можно взять выписку из банка. Если у вас есть какие-то несовпадения, да, например, там документы просрочены, либо что-то не совсем по классике, да, что-то у вас не очень там получается, в любом случае всегда можно написать службу поддержки. Служба поддержки отвечает достаточно быстро, несмотря на огромную нагрузку. И я думаю, что любые ваши вопросы и проблемы вы сможете решить. Вот здесь можно также нажать службу поддержки. Можете написать ваш вопрос как по-английски, так и по-русски. Если вы напишите по-русски, то они переведут, так как, если вы заметили, сайт достаточно успешно переводит все языки. Хотя и по мнению многих партнеров есть некоторая корявость перевода, но я этого не замечаю совершенно. Также вот здесь мы можем найти нашего спонсора. Вот прямое доказательство того, что даже пригласив 9 человек, вы можете сделать огромную структуру. Представьте, Лёля получит по 5 долларов за людей, которых она не приглашала и никогда с ними не взаимодействовала, да? То есть я тоже свою структуру делала не одна, строила не одна, продолжаю строить не одна. Бог меня просто и вдохновил, и вознаградил тем, что у меня огромное количество лидеров со всего СНГ. Ребята, вам сердечко, респект, уважение, и благодарю вас за то, что вы пошли со мной, за то, что мы вместе с вами идем к такому замечательному будущему. Вот здесь, там, где находится наш статус, мы можем увидеть также возможности просмотреть профиль, его редактировать, изменить адрес почты, изменить пароль, управление и настройка секретным кодом, также подключиться к телеграм-каналу. Мы можем все вот отсюда, да. Ваша реферальная ссылка находится вообще, по-моему, везде, там в трех местах. Ну, это одно из мест, где ее можно взять. Также немаловажно, вот уже такое количество людей в моей структуре. Я прямо, как вот у нас на Украине говорят, не натишешься, знаете, не нарадуюсь, прям вот я прям получаю огромное удовольствие от этого бизнеса. И я предвкушаю этот запуск, я предвкушаю, и месяц после этого я еще больше удвою усилия, и я знаю, к чему я иду, прекрасно-прекрасно это понимаю.
Итак, что у нас дальше? Дальше у нас статус. Как только вы присоединяетесь, вы получаете статус стартер. И дальше у вас идет работа, вы работаете, приглашаете партнеров, взращиваете свою команду, расширяете свою структуру. И вот это у нас окончательный статус, который дает вам возможность стать лидером своей страны. Вы можете подать на лидера своей страны с центральной страницы. Как только вы достигнете 7-й статус, у вас откроется эта возможность. Здесь вы просто опишите о себе в произвольном порядке, что полезно вы можете сделать для людей и что вы можете сделать полезного для команды, для компании. И компания будет выбирать лидеров в странах. Да? То есть в каждой стране будет выбрана там лидер или несколько. И за ваше лидерство вы будете получать какие-то дополнительные фишки и бонусы, какие тоже я пока, к сожалению, вам сказать не могу, так как я тоже не знаю так же, как и вы. Ну и так, непосредственно далее мы поговорим про выплаты, как они будут происходить и куда и каким образом. Точно здесь же, вот где будет возможность пройти верификацию, будет также в такая вот вкладочка, позволяющая нам присоединить свой платежный реквизит на сайт для получения нашего пользовательского бонуса и комиссионных. Здесь сейчас пока нет, но появится ближе к запуску. Я думаю, что все эти обновления мы уже увидим. Мы сможем присоединить по своему выбору. Итак, у нас есть 4 способа получить наши выплаты. Первый способ – это PayPal. PayPal работает не во всех странах, берет процент. Также есть возможность получить на Western Union. Western Union вы можете получить в любой стране, берет процент. Есть также возможность получить банковским переводом. Банковский перевод занимает какое-то время, то есть там может быть и 2 недели, и более, и также берется процент. Есть также возможность, наверное, самая классическая, самый классический способ сэкономить, не выплачивая огромные проценты, это криптовалютные кошельки, и самый популярный криптокошелек, которым пользуюсь лично я, это Binance. На Binance также нужно проходить верификацию с помощью документов. Это на данный момент самый проверенный, самый популярный, самый надежный международный криптовалютный, скажем, такой гигант, да, там человек совершенно уникальный, все это создал таким образом, чтобы не кормить комиссиями таких вот людей, знаете, которые любят заработать на переводах криптовалют. То есть также кошелек Trust Wallet. Я знаю, что в Беларуси, например, не работает Binance, в каких-то еще, может, странах не работает. Есть Trust Wallet. Trust Wallet – это также кошелек от Binance, но там берется процент. На Binance процент не берется. На Binance вы имеете возможность перевести, получить криптовалютой одной из там то ли 4, то ли 5 видов этих криптовалют, которыми нам будут оплачивать. И мы можем вывести прямо на карту, минуя обменник, не оплачивая комиссии, прямо себе на карту. То есть, ну, все эти вспомогательные видео, рекомендации, они будут даны. Как только у нас это все начнется, я сразу же делаю это видео, и вы получаете его, вам только нужно будет пошагово это все пройти. По маркетингу это все. Мои личные рекомендации – это больше общаться с людьми, это расслабиться, это не делать из этого что-то сверхсложное. Самое главное, что вам нужно сделать – это отбросить любой негатив. Вы посмотрите, ведь очень пораженческое сразу начало, когда вы себе говорите: ну окей, я заработаю хоть какие-то деньги, ну хоть какие-то, так нельзя. Поставьте для себя цели, пропишите их на бумаге. Я показывала много раз свою золотую тетрадь. Каждый день я начинаю по совету Брайана Трейси, каждый день я начинаю с того, что я пишу, описываю 10 своих целей. Они меняются, может быть, какая-то друг друга взаимозаменяет, но это помогает мне быть в тонусе. Еще одна рекомендация – займитесь спортом, пейте много воды. Это помогает лучше думать и быть более выносливым, в том числе в вопросах интеллектуальных. И к тому же это улучшит ваше здоровье и удлинит вашу жизнь. На этом моя презентация окончена. Я жду от вас вопросов.
включайте микрофончики, задавайте ваши вопросы. Надеюсь, они у вас есть. Женечка, можно вопрос? Конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Вера Куликова. Не будет проблем с расширением, чтобы поставить на браузер? Допустим, я с телефона работаю. Нет, не будет. Не будет никаких проблем с расширением. Как говорила мисс Ингер Стивенсон, все будет так легко, как для двухлетних деток. Потому что у меня никогда не получалось, я не знаю даже, как его ставить. Но надеюсь, что... Давайте так, когда появится эта возможность, я постараюсь сделать обучающее видео по установке этого расширения на устройство. Благодарю вас за вопрос. Кто хочет еще что-то спросить? Женя, добрый вечер, наверное, скорее всего, доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, вот расширение – это что такое? Это какая-то программа, либо что? Я вот так и не поняла, что надо установить будет. Вы знаете, мне проще будет показать, чем объяснять, что такое это расширение. Там ничего нету сложного. Это не совсем программа. Я не могу сказать, что это программа. Совершенно нет. Это будет достаточно легко. Вот смотрите, вот VPN, например. У вас есть VPN? У меня есть VPN. У меня помимо этого есть программа типичная, куда я сейчас, ну, зашла. Это будет не сложнее. Это будет не сложнее. Это будет еще, я думаю, проще, чем мы себе думаем. Вот смотрите, вы же когда загружаете, например, когда вы, например, регистрируетесь в любой социальной сети или на каком-то сайте, вы даже не замечаете, как вы себе точно так же этот счетчик ваших интересов устанавливаете. Просто здесь вы будете это подтверждать. Вы будете визуально видеть, как это происходит, а там это не видно. Женя, еще небольшой вопрос. Мы устанавливаем вот это вот VPN расширение. Вы, конечно, я так понимаю, то, что вы нам скинете, как это все установить. И еще вопрос. Вот, допустим, люди, которые вообще ничего не понимают, они смогут разобраться с этим? Вы знаете, я достаточно тоже тщательно прописываю свою помощь, что бы я ни делала, будь это чат, будь это... вспомогательная какая-то там, да, вот подсказываю, вот у меня есть в тексте, да, ссылка, где прям пошагово с картинками. Знаете, если человек не разберется пошагово в картинках и тексте, как это все делать, если он не разберется, ну тогда ему стоит еще немного подучиться. Все, большое спасибо. Самое главное, чтобы это было заснято, как это сделать. Все остальные разберутся. Вы очень-очень хорошо, доходчиво объясняете. Очень доходчиво. Я стараюсь. Спасибо большое. Да, спасибо. Женя, можно добавить? Да, конечно. Нина Булавина, Киев. Я считаю по этому вопросу, главное желание, возраст тут вообще ни при чем. О, да, вы правы. 80-летняя бабушка, если захочет разобраться, а молодой человек, может, 25 лет, ну, просто лентяй, не хочет вникать в это. И тоже, ну, он может не разобраться. Главное – желание. Вот и все. Вы совершенно правы. У нас сейчас армии молодых людей, которым едва 14, и кому-то и нет, и они ожидают, они с таким вот восторгом, с таким вот ожидают, чем быстрее, чтобы им дали возможность подключиться. У меня Одесса ждет у меня Одесса подсоединение. 14-летние ребята. Добрый вечер, можно вопрос? Санкт-Петербург, Анна. Добрый вечер, Анна. Как? Я вас не слышу. Что нужно для верификации? Будет ли верификация на сайте?
Да, конечно, верификация будет. Если вы находитесь в моем сайте, у меня есть отдельный снятый для этого ролик, где я очень-очень подробно рассказываю про KYC. И здесь на самом деле все очень просто. Тут не будет тоже не так же ничего сложного. Разве что, может быть, у человека есть какое-то несовпадение там документов с пропиской и так далее. Если у вас есть документ внутренней страны и в нем есть прописка, это все, что вам нужно. Вот у нас здесь есть список запусков, я показывала, и здесь есть рекомендации. Вы можете их изучить. Так. Вот, смотрите. Требования стандартные для банка KYC. Вот, и у вас тут документы, они у вас тут перечислены. Какие и как и так далее. И здесь также указано, что если у вас что-то не получается, то вам нужно будет написать службу техподдержки, и они вам подскажут, каким образом вы сможете доказать вашу реальность. А где это можно найти на сайте? Прямо на самом сайте. Давайте я еще раз вернусь. Вот, список запуска. Тут у нас появляются все обновления и рекомендации от компании. Вот сюда вот нажимаете и там изучаете. Если есть такой паспорт, есть там прописка, делаете фото паспорта, делаете селфи с паспортом, снимаете там прописку, отправляете. Время А проверки. селфи с паспортом это обязательное условие? Что-что? Селфи с паспортом это обязательное Да, условие? обязательно. Вам нужно доказать, что это именно вы и это ваш паспорт. Благодарю. Благодарю за вопрос. Евгения, это Ольга Простова. У меня такой Здравствуйте, вопрос. Олечка. У меня спрашивают, есть ли презентация на немецком языке, испанском, английском? Если есть, то, пожалуйста, сюда в чат сейчас можете добавить. Я думаю, нужно об этом спросить Асена, да? Он, наверное, может это знать. У нас сейчас ведутся презентации на английском, немецком. Я думаю, что записи какие-то все-таки есть. Английский, немецкий, испанский, хинди и русский. На пяти языках, насколько я знаю, сейчас у нас проходят презентации. Другой вопрос, что их нужно записать. Если еще не записано. Мне выслал Дани, выслал. На немецком у меня есть. Хорошо, а сейчас можете на чат поставить? Смотрите, есть список на целую неделю наших презентаций на разных языках. Значит, это тоже это русские презентации, они тоже в этот список. Я не знаю, если этот список был обновлен, но мы каждую неделю то же самое всегда делаем. Так что то, что как вы Нет, сказали. там видно, я захожу в тот чат, там видно, да, но там же нет записей этих презентаций, понимаете? Мы иногда то не делаем записи, У значит. меня на немецком одна есть. Да не Поделитесь, поделился. пожалуйста. Да, поделитесь, пожалуйста. Обязательно, На обязательно. английский есть запись от вчера. Очень хорошо. Ой, ой, я у вас попрошу. Там мисс Ингер. Да, Я не я ее. попала, я ее обожаю. Пожалуйста, дайте мне, я с удовольствием посмотрю. Да. Я отправлю. Вот это Отлично. английский, я нормально, ну, я как-то не делаю записи. Я говорю, кто хочет, приходите. Наверное, правильно или неправильно, я не знаю. Я делаю, ну, это в почту для вас, испанский, на испанского языка и тоже на болгарский язык. И на бо о, то на шести языках, значит, у нас. Да, хорошо, давайте тоже на болгарском, потому что у меня тоже два человека болгарина появились. А я отправлю Евгению, тогда поставлю. Хорошо. Для наших. Да, хорошо. Хорошо, будем ждать, благодарю. Да, я после зума сразу сделаю. А еще вопросики, друзья мои? Не стесняйтесь, спрашивайте. Первые, не знаю, наверное, когда-то есть причины, но я думаю, что очень важно заходить
мы начинаем всегда в 7 часов, извините, 19 часов московское время. Так что, пожалуйста, не стыдитесь сказать ваших людей, этих, которые приглашают, выйти вовремя. Да, я это тоже отмечу, этот момент, ну, потому что это прежде всего уважение. Это уважение и к спикерам, и к людям, которые находятся в комнате. А то как это выглядит? Мы проводим презентацию, все вау, в эту комнату. Вот. И ты начинаешь искать, как-то думаешь, тут же говоришь, тут же добавляешь человека, и может уйти мысли куда-то. Вот у меня раньше такое было. Вон тоже, вот кто-то пришел опять. Так у нас и происходит. Смотрите, и тоже... Моя еще одна рекомендация. Вам нужно день за днем, каждый божий день впечатывать себе в мозг установку на процветание, на успех. Пускай вы даже в это сейчас не верите, это не важно. Ваш мозг вам, он будет слушать то, что вы заставляете его думать, он будет слушать. Может быть, для вас сейчас это будет совершеннейшим открытием, но ваш разум – это не вы, ваше тело – это не вы, но это другой, скажем так, на другой глубине эти познания. Но смотрите, если вам нужно что-то в вашей жизни добиться, вам нужно эти мысли думать специально. Берете какую-то мысль, прописываете ее. Я в моей жизни постоянно происходят замечательные встречи, чудеса, прекрасные события. Я великолепная, сияющая личность. Я стройная, изящная, привлекательная и великолепная. Да бог с ним, что хотите. Пропишите это, запомните это. А потом как-нибудь утром и вечером, лучше каждый день, приходите к себе в голову и спрашиваете: мозг, ты не очень занят? Вот сейчас мы с тобой будем думать вот это. И берете этот листок и читаете, пока вы не запомните. А когда запомните, просто делайте это дважды в день. Слушайте мантры и занимайтесь, просто занимайтесь саморазвитием. Это огромный, это огромная помощь вам для самого себя. Никто вам так не поможет, как вы сами себе можете помочь. Я прошу прощения, голос таки сел у меня немножко. И обязательно читайте саморазвивающие книги. Обязательно читайте, это очень важно. И это вам в жизни даст очень много разных бонусов. По вопросам все, да, я так понимаю? Женечка, совет. Всегда надо ставить стакан воды с собой. Потому что когда долго разговариваешь, стоит вот. Работа администратором театра, обязательно это надо. Да, да, стоит, стоит. Я недавно просто, у меня вообще голоса не было, то села, я простудилась, и сейчас еще я замечательно. Вот, ну что, мои хорошие, мои замечательные, мои друзья. Началась очередная неделя, понедельник. Он уже закончился практически, и впереди... Еще целая неделя, плодотворная неделя. И все, что нам просто нужно, это верить в себя. Верить в себя, верить в позитив, верить в то, что мы в этом мире не напрасны и что мы достойны самого лучшего и в этой жизни. На этом наша встреча заканчивается, да, сын? Да, заканчивается. Я думаю, что вы очень хорошо все. Сказали, рассказали, но я думаю, что этот проект, он как-то возможно сделать даже человек, у которого не очень большая интеллигентность. А я здесь вижу все образованные интеллигентные люди. Так что, пожалуйста, не пугайтесь, все будет очень легко. Женя, вы славно это делаете, с ваших видео, с вашим напутствием, там все. Сделайте это, будет. Вы уже можете сделать снимки ваши. Смотрите, что заходят люди, мы заканчиваем, а люди заходят. Да, я тоже смотрю. Подождите, да, подождите, как за поездом. Да. С понедельника по четверг, как минимум. Спасибо огромное за такую прекрасную презентацию, за ваш позитив, за ваш такой замечательный, хороший посыл. Искренняя благодарность.
Да, давай, тоже присоединяюсь. Огромная благодарность. Все прекрасно доступно. Всех благ. Всех благ. Всем прекрасной, замечательной недельки. Спасибо вам тоже, что вы такие, большое какие есть. Спасибо. Надеемся на нашу компанию. Все будет у нас хорошо. Все у нас в голове. Да, да, да. Именно. Всем пока.